Комус в руках Малика Аликеева буквально в смысле оживает. Идеальный слух позволяет ему попадать точно в ноты даже при отсутствии ладов на инструменте. Благодаря талантливому и своеобразному исполнению он быстро завоевал популярность в народе. В его репертуаре практически все произведения комузистов-классиков. Однако широкую известность принесла песня «Мюль-мюлюм». Известный певец, исполнитель народных произведений, посвятивший почти всю свою жизнь игре на кумузе, уже полгода не выходит на сцену. Недавно Малик Аликеев перенес тяжелую травму бедра и теперь прикован к постели. Для того, чтобы начать заново ходить и снова играть на инструменте, ему необходима операция. Я в прошлом году упал с лестницы и получил тяжелую травму. С тех пор не могу ходить. Но и в таком случае я стараюсь не терять оптимизма. Наоборот, это даже мне пошло на пользу. Я начал вспоминать все забытые песни. Если операция пройдет успешно, то я с новыми силами вернусь на сцену. Даже будучи прикованным к больничной койке, Малик Аликеев не перестает исполнять песни. Ранее в соцсетях распространилось видео, как артист поет, сидя в постели. Именно после этих кадров глава Минкультуры навестил известного певца в больнице и передал материальную помощь от президента. Известного певца Малика Аликеева в понедельник мы привезли в Бишкек. Он до этого находился в Талаской области. Сейчас он находится в 4-й горбольнице в отделении ортопедии и травматологии. Нужно определенное время, кажется, чтобы у него кальций стабилизировался в суставах, поэтому сейчас где-то 10-12 дней будет лежать, лечение принимать. После этого профессор Сабырбек Жумабеков будет оперировать, если все будет хорошо. Я думаю, что в течение месяца стабилизируется полностью у него состояние, и он уже сам сможет ходить. Поддержку оказывают и отечественные звезды. Певице Чурюки Маналиевой удалось собрать 90 тысяч сумов. Сейчас музыкант больше всего хочет поправиться и снова удивлять, петь и радовать зрителей. Ранее Аликеев уже был прооперирован в области тазобедренных суставов. На сегодняшний день ведется подготовка к предстоящей операции. Врачи дают хорошие прогнозы, нужно только время и терпение. В дальнейшем Минкультуры будет поддерживать связь с Маликом Аликеевым и окажет помощь в восстановлении здоровья и продолжении его творческой деятельности. Мирима Албекова, Кудрат Ташмурзаев, 5-й канал.